Приветствую всех на своем канале. Вот развелось очень большое количество у меня улиток. Заполонили они весь аквариум. В данный момент, конечно, не видно, что они на стеклах, потому что их на стеклах нету. Но вечером, когда начинает немного смеркать, они полностью все практически начинают вылазить на стекла. И это выглядит очень некрасиво. Я начал думать, как же можно с ними бороться. Порыскал немного в интернете и там увидел, что можно бороться четырьмя способами с этими улитками. Один способ — это выбрать их вручную. Но это как бы не очень, потому что выбрать их полностью из аквариума практически невозможно. Они прячутся в песку, в кораллах, ну везде, в общем. И ты их просто так не выберешь. Второй вариант — это химией бороться, но при этом будет страдать очень сильно рыба, что мне это не подходит. Третий вариант — это очень интересный вариант — купить улитки-мутанты какие-то, которые будут кушать этих улиток. Но при этом они сами будут размножаться и заполнять аквариум, что очень тоже мне не подходит. Четвертый вариант, который я нашел, это купить боция мраморная. Говорят, что они очень любят этих улиток, и я решил попробовать этот вариант. Найти боцию мраморную в нашем районе невозможно взрослыми особями, так что я купил маленьких. Но при этом у меня возникла проблема. Чтобы упустить их в этот аквариум, нужно, чтобы они немного подросли. Иначе цихлиды или же астронотусы могут их скушать. Ну а также, если они очень маленькие, могут скушать и попугаи их, и все остальные рыбы. Так что, чтобы они подросли, нужно их или в другом месте, или же придумать вариант, чтобы они были здесь, но оградить их от остальных рыб. И вот я придумал вот такой вот вариант. Взял 3-литровую банку, кинул их внутрь, дальше вот сеточка и резинка. Нужно их покормить, взял банку, вытащил наверх, кинул туда корма, буквально на неделю, и неделю они там кушают. Я туда не лажу, не чищу, ничего не делаю. Конечно, эстетический вид аквариума немного ухудшился, но это на время, думаю, месяц-полтора, и буду их выпускать в основной аквариум. Так что, вот такой вот вариант. Как мы видим, уже астронотусы и цихлиды не обращают на них никакого внимания. Но вначале, когда я только сюда вкинул эту банку с боциями, они очень активно пытались их скушать. Но в данный момент они уже немного подросли у меня. Активность астронотуса уменьшилась, но все равно периодически они нападают на них. Поэтому выпускать пока что рано. Вкинул туда несколько улиток. Думаю, посмотрю, как они будут их кушать. Но, как вижу, они совсем к ним полностью равнодушны. Видимо, я их очень хорошо кормлю. Нужно будет поэкспериментировать, не давая им корм, поморить их немного голодом, и будет видно, кушают они улиток или нет. Что же, будем прощаться. Кому нравится мой вариант, кому нравится видосик, ставим пальчики вверх и не забываем подписываться на мой канал. Всем счастливо!